Как тебе живется у дочери? Хорошо, только мне вот далеко внуку внука, его это не слишком обрадовало. На чердак? Мы семья и должны чем-то жертвовать ради друг друга. У тебя 24 часа, чтобы вернуть то, что принадлежит мне. Звони, пусть говорят. Да, ты попал. Расслабьтесь, что он мне сделает? Что там за шум наверху? Деда уронил свои шарики. Я его придушу. Ты правда хочешь войны? Я не сдамся. Я налил острый соус в кофе. Okay. Yeah, you better keep